Сегодня мы будем собирать вот такой комод. У вас здесь есть шкафчики. Один. Второй. Смотрите, маленькие у нас шкафчики. Не шкафчики, а эти отдельчики. Два таких. Так, ну а здесь пошел сам каркас уже. Сейчас будем разбираться, как это все ставить. Мы до конца не уверены, правильно ли мы подобрали гвоздики, шурупы. Так, ну, вроде бы вот. Сейчас еще снизу надо закрепить. Сейчас ее прикручиваем вниз. Инструкция потерялась где-то, короче, поэтому приходится додумываться. Так, а сейчас надо приделать вот сюда ножки. А ну вот так прикрутить. И она будет стоять теперь твердо. О. Так, ну вот, хотя бы уже стоит. Сама держать не надо. Сейчас будем дальше вот эти полочки вставлять. Так, сейчас будем приделывать ручки. Ну, посмотрите, какая прелесть. Мы вот заказывали на Озоне. 4000 он стоит. Вот открываешь.